Дубай Мотор Шоу представляет Инкас. Надежный пуленепробиваемый инкассаторский автомобиль или безопасное личное средство передвижения? Основная деятельность Инкас – это производство бронированных транспортных средств. Инкас представит самые лучшие варианты. Любые ваши требования. И будьте уверены в том, что бронирование не отразится на вашем комфорте. В первый день дубайского мотор-шоу стенд Инкас посетил шейх Ахмед бин Мухаммед бин Рашид Аль Мактум, сын правителя Дубая. Эта удивительная компания была основана 8 лет назад, в 2012 году. Броня высокого качества обеспечивает безопасность в любой горячей точке мира. На башне данного бронетранспортера можно установить настоящий пулемет. Конечно, на шопинг в таком транспортном средстве не поедешь, а по минному полю – запросто. Версия SWAT из семейства «Титанов» специально разработана для сил безопасности и полиции при проведении контртеррористических операций. Спасение жизни – это профессия команды «Инкас». Ну, согласитесь, ведь красный костюм подходит бронированному транспортеру, да? Эдди Джордан, основатель и бывший владелец команды «Джордан» в «Формуле-1», высоко оценил комфорт гражданских бронированных автомобилей «Инкас». Танки, бронетранспортеры – это все очень хорошо в военное время. Ну а как же насчет гражданских автомобилей? Компания «Инкас» представляет гражданские лакшери-автомобили, покрытые полностью броней. Многие охранные предприятия предпочитают сотрудничать именно с этой компанией, ввиду того, что она предоставит лучшую защиту частных лиц и сохранность ценных вещей. Итог. Бронированный автомобиль – это, в первую очередь, безопасность, мощь и, конечно же, престиж. Добро пожаловать в семью «Инкас».